Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Калигула. Калигула – сапожок, прозвище римского императора Гая Цезаря Германика. Правил с 37 по 41 год нашей эры. Воспитывался и вырос в Германии в военном лагере. Мать одевала его в миниатюрную солдатскую униформу. Правление Калигулы отличается произволом, растратами государственных средств, террором. Древние и современные историки сходятся во мнении, что Калигула был подвержен так называемому кесареву безумию. Широко известно произведение Альберта Камю «Калигула», где император Самодур находит наслаждение в убийстве. Еще его помнят как монарха, который даровал консульство своему коню. Биографию Калигулы написал Светонь из Википедии по Светонию. Роста он был великого. Цветом лица бледен, тело грузное, шея и ноги очень худые, глаза и виски впалые. Лоб широкий и хмурый, волосы на голове редкие, с плешью на темени, а по телу густые. Близко к нему более субъективное описание Сенеки, современника императора. Омерзительная бледность, выдающая безумие, дикий взгляд, глубоко спрятанные под старческим лбом глаза, неправильные формы, безобразная лысая голова с торчащими там и сям жалкими волосенками. Прибавь к этому шею, заросшую толстенной щетиной, тонюсенькие ножки и чудовищно громадные ступни. Оба словесных портрета рисуют внешне отталкивающий человека. Более нейтральные портреты императора на крупных монетах характеризуются высоким лбом, носом не совсем правильной формы, острым подбородком, немного выпеченной нижней губой. Джон Болстон допускает, что внешность Калигулы могла быть обезображена из-за болезни. Ну вот так вкратце о Калигуле. Калигула – сапожок, прозвище римского императора Гая Цезаря Германик. Пока-пока, до свидания.